Я уверен, что вот это такую какую-то не совсем адекватную ситуацию, когда мы продаем зерно, а потом покупаем где-то макароны и привозим это все сюда. Это нужно как-то ликвидировать. Я, как минимум, мы для своей страны это можем точно производить здесь. Там достаточно большой рынок, плюс мы в состоянии все это экспортировать.